Массовый побег запечатлели видеокамеры в Китае. Организатором дерзкой вылазки оказался сибирский хаски, которого оставили на ночь в ветклинике. Пес сумел зубами открыть замок клетки и вырваться наружу. При этом собратьев, по несчастью, он не забыл. Из заточения выпустил поочередно еще двух собак. А вот спящих котов, наоборот, напугал, оттащив их клетку от стены. К сожалению, план побега не сработал. Путь к свободе животным преградила дверь на кодовом замке. Открыть ее не смогли, но ущерб клинике нанесли.